всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Цезаре дель Аква, итальянский художник, известный своими историческими работами. Родился 22 июля 1821 года недалеко от Триеста. В 1833 году переехал в Триест. С 1842 по 1847 посещал Венецианскую академию изящных искусств, где учился у Людовика Липарини, Адорика Политти и Микеланджело Григолетти. Одна из его ранних исторических картин – «Встреча Чимбауэ и молодого Джотто» была приобретена эрцгерцогом Иоанном Австрийским. После этого он начал получать заказы от знатных семей, в том числе от принца фон Лихтенштейна. Путешествовал по Европе со своим покровителем бароном Людовико Луиджи Ришаном, посетив Вену, Мюнхен, Париж. В 1855-м женился на Каролине ван дер Эльст. И у пары родились две дочери – Ева и Алина. Его дочь Ева дель Аква стала известной певицей-композитором. Примерно в 1848 году он переехал в Брюссель, где жил его брат Иухенио, и где он продолжил учебу у Луи Галли, который оказал большое влияние на его творчество. Начал специализироваться на работах, представляющих исторические события. Между 1852 и 1877 годами он выполнил ряд заказных работ в Триесте, которые создали ему репутацию художника. В 1873 году участвовал в Всемирной выставке в Вене, а в следующем году, 1874, также выставлялся в Лондоне. Это привело к получению международных заказов на его работу. Его картины находятся в ряде публичных коллекций, в том числе в музеях Брюсселя, Антверпена, Триеста и Брюгге. Хотя он в первую очередь известен своими историческими работами, он также писал работу на востоковедческие сюжеты. Умер 16 февраля 1905 года. Вот так вкратце из Википедии переводной у итальянском художнике, который известен своими историческими работами, Цезаре дель Аква. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.